Слушай, Влад, не надо. Сейчас все получится, вот увидишь. Не, ну я тебе сразу говорю, это так себе идея. Идея вообще огонь. Сейчас, почти. Готово. Примерно так совмещается 12 архетипов и 16 социотипов. Да и вообще большинство известных типологий. То есть практически не совмещаются, ведь на то системы самопознания и разные, что изучают различные грани человека. В принципе, нет ничего плохого в том, чтобы искать и обнаруживать общее во всех этих системах, если это общее есть. Но чаще всего происходит обыкновенное додумывание. В этом выпуске мы без додумываний сравним две юнгианские типологии – 12 архетипов и 16 социотипов, и разберемся, что между ними общего, а что различного. И также я обещаю, несмотря ни на что, сопоставить конкретные архетипы с конкретными социотипами и провести параллели. Ну а начнем мы с общего. Погнали! Первое. Социотипы и архетипы – обе типологии личности. Второе. Обе опираются на труды Карла Юнга. Третье. И соционика, и архетипы описывают психику и все, что вокруг нее. Четвертое. Обе полезны в профориентации, в отношениях и самопознании, а также в брендинге и маркетинге. Пятое. И социотип, и архетип можно определить через интервью. Ну и шестое. Ладно, сдаюсь. Там есть свои интересные тенденции, и кое-что все-таки сопоставить можно, но только если осторожно. А пока поговорим про различные. Первое. Социотипов 16, в то время как архетипов 12. Второе. Социотип – это строго про восприятие и метаболизм информации. Он не про поведение, предпочтение, внешность или качество характера. Да, все это может быть, но проявится лишь как некие тенденции. И все эти изменчивые штуки, кроме семантики речи, никогда не станут критерием определения социотипа. А вот архетип же как раз про мотивы, поведение, предпочтение, качество характера, внешность и приоритеты. В общем-то, все то самое, чего вы ждете от меня, когда я говорю про соционик. Но заметьте, это вообще ни разу не про тип информационного метаболизма и не про восприятие. Так что, как видим, эти две типологии действительно разные. Третье. Социотип может быть только один, например, Гексли. А архетипа может быть несколько, но один будет основной, а остальные 2-3 будут проявляться все меньше и меньше по убыванию. Например, основной архетип у тебя может быть опекун, а дополнительный мудрец и правитель. Четвертое. Социотип не меняется с течением в жизни, в принципе. Это наверняка инфа сотка. А вот с архетипами чуть сложнее. Говорят, основной архетип либо не меняется вовсе, либо делает это крайне редко, всего пару раз за жизнь. В то же время вторичные архетипы могут меняться чуть чаще. По моим наблюдениям, базовый архетип, как и социотип, не меняется. Но в этом вопросе я готов поставить троеточие и понаблюдать за людьми подольше. Пятое. Очень интересный пункт. В мире архетипов существует понятие как тень или теневой архетип. То есть у каждого из нас, помимо основных трех архетипов, может быть еще и теневой. В соционике, конечно же, никаких теневых социотипов не бывает. А вот теневой архетип учитывать весьма полезно. Если по-простому, это то, что в детстве нам часто запрещали. Или не обязательно в детстве, например, если те или иные обстоятельства не дают проявляться какому-то нашему архетипу, то он начнет уходить в тень. И затем вылезет в самом неприглядном виде. Например, архетип опекуна, у которого нет детей или животных, начинает насильно всех пекать. Или искатель, которому не дают свободы, начинает сбегать из дома или убегать от вполне нормальных здоровых отношений. И шестое. Социотип достоверно определяется только через интервью. Архетип же можно с высокой долей вероятности определить и по среднестатистическому поведению, и по мотивам, и по предпочтениям, и по манере одеваться, и, конечно же, через интервью. Я бы даже сказал, что метод интервью в любом случае остается одним из самых надежных и быстрых.
Единственное, что когда мы определяем архетип, есть смысл делать это в формате игры, то есть через игропрактики. Почему? Я уже рассказал в предыдущем видео, вот прям в этом. Так, теперь, когда явно общие и очевидно различные проговорено, можно все-таки попробовать синхронизировать эти две системы. Но уже без магического мышления и прочей конспирологии. Все дело в том, что некоторые социотипы напоминают нам какие-то архетипы и наоборот. Например, архетип Шут неплохо сочетается с социотипами Гексли, Дон Кихот и Есенин, но явно диссонирует с Горьким и Робеспьером. То же самое с архетипом Герой. Он явно неплохо смотрится у Жукова, Наполеона и Горького, но с Достоевским или Дюмой очевидный диссонанс. Тем не менее, важно понимать, что это лишь ассоциативное сходство и ассоциативный диссонанс. По факту же, любой социотип может иметь любой архетип. Так что сейчас я, наконец, проведу параллели между архетипами и социотипами, только для начала одна просьба. Всего одна просьба, и сразу начинаем. Итак, не нужно определять социотип через архетип и наоборот. Спасибо. Итак, первая группа архетипов — это те, кому важно разложить все по полочкам. Первый архетип — творец. Ему соответствуют Есенин, Гамлет, Гексли и Достоевский. Второй архетип — правитель. Максим Горький, Штирлиц, Жуков, Наполеон. Третий архетип — заботливый. Дюма, Габен, Драйзер и Максим Горький. Вторая группа архетипов — тоскующие по утерянному раю. Архетип простодушный. Ему соответствуют социотипы Достоевский, Есенин, Дюма, Гексли. Архетип мудрец. Соответствие Робеспьер, Бальзак, Максим Горький и Габен. Архетип искатель. Ему соответствуют Джек Лондон, Гексли, Жуков и Дон Кихот. И третья группа — это те, кто желают оставить след после себя, в образном смысле. И первый архетип — бунтарь. Ему соответствуют Гамлет, Наполеон, Дон Кихот и Гексли. Второй архетип — маг. Ему соответствуют Есенин, Дон Кихот, Джек Лондон и Бальзак. Третий архетип из этой группы — герой. Ему соответствуют Жуков, Наполеон, Штирлиц и Гюго. И четвертая группа — про единство с другими людьми. Это славный малый, ему соответствуют Достоевский, Габен, Дюма и Драйзер. Это чуд, ему соответствуют Гексли, Дон Кихот, Гамлет и Джек Лондон. И любовник, ему соответствуют Дюма, Наполеон, Гюго и Драйзер. Получается примерно вот так. Я бы говорил об этой синхронизации не как о прямом соответствии архетипов и социотипов, а лишь как о самых популярных вариантах того, как это бывает в жизни. Хотя бы потому, что бывают и весьма нетипичные и неожиданные сочетания. Например, есть такой бодибилдер-пранкер Шмонденко. По социотипу Жуков, а по архетипу Шут. Ну или тот же Курпатов. Сочетание Дон Кихота с архетипом Правитель не такое уж и типичное. Короче, 12 архетипов умножаем на 16 социотипов. Это целых 192 комбинации. И поверьте, на каждую из них нашелся бы пример из жизни. А под конец я бы хотел поставить вопрос ребро. А ведь социотипы — это же тоже в каком-то смысле архетип. Ну, в том смысле, что если мы говорим об идеализированном образе социотипа, не как о типе восприятия, а как о целостном типаже, для которого характерно особое поведение, качество характера, привычки и внешность. В таком случае социотип тоже становится архетипом. Проблема лишь в том, что для социотипа все перечисленное глубоко тенденциозно, а не закономерно. О том, какими были бы 16 социотипов на максималках, тогда, когда они уже развили все присущие им качества, я уже выпустил этот ролик. Приглашаю к просмотру. Такс, я не знаю, как ты нашел это видео, но глобально есть два варианта. Либо ты уже в теме архетипов и тебя заинтересовала соционика, либо ты как раз по соционике, ну и архетипы чем-то тебя привлекли. Для соционников у нас гораздо больше хороших новостей. Это и YouTube-канал, и сайт, и обучение, и клубы общения, и чат-бот, и куча консультаций. По архетипам же пока гораздо меньше информации, но на нашем телеграм-канале она уже есть. Просто заходишь по ссылке, вбиваешь в поиске слова «архетипы», и там уже довольно немало статей и авторской инфографики. Как раз по теме архетип. Ссылку я оставляю в описании,
Ну а в следующих видео из этой рубрики я, наконец, дам описание по каждому из 12 архетипов. Ну а пока напиши в комментариях свои варианты соотношения социотипов с архетипами. Какие соответствия ты считаешь наиболее удачными? У меня на этом все. Всем спасибо и ищем единство в различиях.